Это про то, как бывает иногда фигово, когда душа кричит, а сердце плачет. И такое состояние, хочется перегрызть кому-то глотку. Но не надо искать виновных. Просто встань перед зеркалом, посмотри на себя. Вроде все нормально, вроде все по плану. Подавлен морально, а мысли летят на луну. Погода аномальна, лето, но как осень. Мы разные ментально, я скучаю очень, очень. Это прям мягко сказано. Нам показали, как сильно вместе связаны. И говорить о том, что будем наказаны. Оба знали прекрасно, не верили, привязанно. Правда продолжается. И зачем было вообще так расслабляться, а? И зачем встречаться, расставаться, когда хочешь и надо, но жизнь издевается. А что такое счастье, не знаешь, я тоже. Не ждешь меня, прекрасно, я позже тоже не буду. А че там, Тиндер или Бату, ты полочку протри, я там точно в первом ряду буду. Надеюсь надолго, посмотрим, что будет, не знаю. Тоже спорим, хотелось, похоже, поверить нам в чудо. Забудь, я же не тот, я тот еще ублюдок. Можно написать несколько томов об этом. Ну или мультик снять, да Джерри, а я Том. Вариантов тут много, но хватит, пардон. Смотрю, там ты, бегу, но это всего лишь фантом.